Всем привет, дорогие друзья, с вами Ильшат, и сегодня я буду играть такую игру под названием Grand Theft Auto San Andreas. Да, она вышла в 2004 году, игру создали компания Rockstar Games и Rockstar Nord. Так, ну что ж, начнем. Я скачал ее с PedaLife, потому что я не хотел платить деньги на Play Market, потому что она на Play Market практически стоит 500 рублей. И из-за этого я скачал с PedaLife. Если хотите, я вам оставлю ссылку в комментариях. Напишите, пожалуйста. И да, мы будем играть сегодня в офлайн. И да, я в нее уже чуть-чуть поиграл. Там посмотрел, несколько миссий прошел. Сейчас музыку. Так. Несколько миссий уже прошел. Да. И этого я уже, так сказать, уже не новичок. Нажимаем назад, возобновить. Так, так, так. Ой, Outlook. Кентон. Так, мы находимся здесь. Как мы видим, вот. У меня с оружием еще ничего нету. Только фотоаппарат, пита и все. Дошел всего лишь я еще до миссии. Так, откуда смотреть-то? Так, деньги же. Разные. 2% еще прошел. Ну, 2,5, да. Ну что ж, пойдемте на миссию сразу, думаю. Так, бежим, бежим, бежим. Кому интересно, могу оставить ссылку, откуда скачивал. Шмотки и пушки. Так, ну, давайте попустим. Бежим, 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 бежим. Копить смогу. Отправляйтесь с паровозом домой Эмиту, окей. Сейчас поедем. Идите. Пойдите, мы сейчас едем к Эмиту. А, я неправильно еду? И вот так поедем. Скажу. Ну, конечно, на ПК было лучше. Почему? Потому что там графон получше был, а тут... Ну, ужасно. Так, мы теперь будем учиться из пушки стрелять, да? Если честно, я поиграл только в GTA 3 на своем... Ой, короче, на смартфоне я только играл в GTA 3. А в GTA San Andreas я вот только что скачал и стал играть. Так, окей. Ну, это мы можем, да. Контрольная точка сохранена. Так. Бау-бау-бау. Так, теперь нам нужно так сделать. Там она вроде просто... Ага, в бак, окей, все. Ай. Окей, что-то идем. Не могу не делать. Все, попал. Попускаем. Теперь едем домой к паровозу. Да, друзья, если вы хотите продолжение этой рубрики, ах, мента задел, ну ничего, то пишите в комментариях. Я даже, может быть, буду обозревать моды, ну, как вы все захотите.
И да, канал новый, это первое видео на канале, думаю, с GTA-шкой начать. И самая первая GTA-шка, которую я играл, это была GTA San Andreas. Так. Все, подъехали, что теперь нам говорят. Увидимся. Кросс. В этот момент нам звонит кто? Конечно, Стив. Ой, Свит. Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ah, no, I'm just gonna get you, okay. You ain't representing your hood. Okay, I'm just gonna get you. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beco around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some green. Okay. Just my dreams. Денег у меня немного, 683 рубля. Пойдем и оденемся, как и просит нас Свит. Здесь магазин Митишин Бинго, окей. Сейчас зайдем. Welcome to Bingo. Ставьте на метку, чтобы... Ага, все. Ладно, идем в стадион. Тик-тик-тик. Ша, посмотрим, что нам одеть. Цепи, часы, головы. Давайте торс. Это белая футболка, черная майка. Зеленая рубаха, наверное, один. Стоп, ну, чтоб на Grove Street было похоже. Йо-йо-йо, это Grove Street, йо-йо-йо. Grove Street. Окей, покупаем. И что-то еще надо, этот, кеды сменить. Ща мы все сменим. Обувь. Сандали, вьетнамки. Сандали, сандали с носками. Вьетнамки, голубовские сапоги. Хай-топы. Кроссовки, зеленые кроссовки, синие кроссовки, черные кроссовки. Давайте хай-топы или как их вот, хай-топы. А в ПК-версиях их называли как-то их футбольные, типа. И выходим. И все, думаю, нам хватит. Головной, ну давайте головной убор тоже посмотрим. Насчет головного убора я хотел пойти в этот... Ну, Субурбан, там эти есть. Синяя бандана, черная, зеленая бандана. Вязаная щепка. Леопард. Трехцветная кепка, чё? Не-не-не, я не хочу эту трехцветную. Фигня. Давай, Сиджей, быстрее выходи и пойдем. Все. Спасибо. И та-та авторитет плюс. Едем теперь домой и сохраняемся. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. О, задавил нескольких. Ну ничего. Смог я у тебя это вышел. Ну, друзья, всем спасибо за просмотренный ролик. Ставьте лайки. Всем пока. С вами был я, Эльшат. Всем пока.